В общем, мы приехали к нам домой, и смотрите, как изменился наш дом. На камере кажется, что краска желтая, на самом деле она бежевая. Почему-то цвет не передает. Здесь сайдинг, тут сайдинг. В общем, такая красота. Здесь все вырыли под заборчик. Сейчас вам покажу. Сейчас, секунду, тут пока развалины. В общем, вот уже вырыли под забор. Будут здесь ворота. Вот так вот выглядит это все. Очень много места стало. Такая вот красота. Вот как выглядит дом с этой стороны. Получается, с лицевой стороны. Тоже кажется, что желтый, но на самом деле он бежевый. Очень крутые ставки получились под окна. И сейчас поближе покажу, как вообще выглядит. Наверху там, по идее, должен быть балкон. Я думаю, если люди захотят, можно сделать, в принципе. Вот. И внизу у нас вот здесь витражные окна, здесь, вот здесь. В общем, очень круто, стильно получилось. Мне очень нравится. Если бы можно было взять этот дом и просто переставить на другое место, то мы бы, наверное, это сделали бесспорно, потому что он очень, очень крутой. Вот поближе такое вот покрытие. Кстати, это очень недорого. Вот такая красота. Вот солнечная сторона, очень горячая. Вот я уже собрала. Не обращаю внимания на грязный пол. Естественно, здесь никто не убирается и не будет убираться, пока все не освободится. Пока собрала три сумки. Мирошин конструктор, его вещи. Тут какие-то вещи. Пластика. Тут пиво. Тут виски. Кола. Все, что нужно вам. Я еще, кстати, приготовила, что заберу из кухонных материалов. Тут всякие ситечки, остатки круп, макароны, лапша, потому что это все мне нужно будет. Здесь уже, конечно, не нужно. Это контейнеры, обязательно свой стаканчик, потому что, чтобы кофе наливать, какие-то коктейльчики и так далее. И вот тут у меня много разных чаев и всяких этих травушек, потому что у нас сейчас там появилась ванна, и можно будет заваривать и купаться в травушке и успокаиваться. Так, покажу вам нашу гардеробную, в каком она виде сейчас. Это выбросить хочу рюкзачок. Потихоньку вот освобождаем. Тут, везде, в общем. Я свои вещи потихонечку начинаю освобождать. Тут уже поменьше стало. Вот, но делаю это постепенно, чтобы не захламлять то пространство. У нас здесь все валяется везде и повсюду. Еще одна сумка с вещами уже, потому что похолодает. Мирошин комод я полностью разгрузила. Осталось только вот эту часть. Но тут вещи уже, которые нужно сложить наверх, которые он не носит. Вот. И комод мы этот заберем с собой, потому что он очень крутой. Этот комод делал мой муж сам. Такой классный, под цвет пола. И вообще под любой цвет, везде он подойдет. Здесь тоже много пространства, поэтому очень мне он нравится. Так что, конечно же, его забираем. Вот такие штуки у нас это дарили нам на день рождения, когда Мироше исполнилось 2 годика. Честно говоря, 2 года некоторым детям рано дарить такие подарки. Почему? Потому что он был вообще не заинтересован в этом. Вот. Но сейчас, вот как раз ему сейчас 2,5, и ну, он просто очень любит отгадывать и, точнее, рассматривать, да, всех этих животных. Тут вот мы включаем. Очень громко, конечно, но можно, по-моему, вот потише сделать. Очень круто, потому что здесь называют каждого животного, можно какие-то сказки читать. И вот это тоже прикольно, но здесь именно про сказки. Вот, тоже классная штука. Сейчас мы
Видите? Так что упаковываем это тоже в наши игрушки. Нам сейчас все это очень нужно. Короче, братик идет нас обратно к маме. Смотрите, у меня ничего не было из обуви дома, поэтому я надела носки и сандали. Что холодно. Так. Упал. Смотрите, сниму маме урожай груш. Это она только сегодня собрала за, не знаю, часа два, наверное. И они такие классные, уже мягенькие, но при этом жесткие. Класс. Вот тут еще целая коробка. Мама тут сушит яблоки. Еще, короче, тур по маминому огороду. Такие яблочки, это свеженькие. Это Федька пришел к нам. Федька, Федька, Федька. Кукуруза зачем-то, только не знаю зачем. Так, что вам еще показать? Вот здесь растет маленький виноград. А, сейчас покажу, где большой. Вот такая красота. Авторские идеи и дизайны. Здесь цветочки. У меня урчит живот. Хочу кушать. Здесь цыплята. Их не видно, но они уже такие огромные. Как бы вам их показать-то? Сейчас покажу. Вот они. Какие они большие. Ужас. Я вообще боюсь птиц и куриц. А, ненавижу их, если честно. Там тоже курицы. Здесь Федя лежит. Красавчик. Просто красавец такой. И вот кокосик. Кокосик, иди сюда. Кокосик, иди ко мне, мой персик сладкий. Вот он маленький кокосик, такой красивый. Взрослый уже мальчик. Старенький. Здесь выше, тут у нее яблоки какие-то. Не знаю, зелененькие. Не знаю, какие здесь. Какое-то дерево еще. Тут вон я вижу кабачок, что ли. Это слива. Вон она уже дала свои плоды. Так, здесь еще какое-то дерево. Здесь маленькие помидорки. А, все, видим. Здесь все. Так, вот тут еще все засыхает, но... Все-таки покажу вам. Тут вот помидорки еще зеленые. Здесь вот тоже помидорки. Вот малюсенькие помидорки. Так. Что еще тут? Там была смородина. А, здесь еще что-то было. В общем, чтобы содержать свой огород и за всем этим ухаживать, нужно к этому прийти. Если бы у меня была большая территория, где можно было все это высаживать, то я бы все равно этого не делала, потому что у меня крайне нету времени. Смотрите, какой вид красивый. Небо просто замечательно. И мы, кстати, находимся в такой на возвышенности. Не сказать, что это прям горик, но на возвышенности. А вон там бывает еще люди живут. Смотрите, какой там домик. Я, правда, не понимаю, как к нему проехать и подъехать, но очень прикольный домик. Прямо на горах. В горах. И у него открывается у этого домика офигенная панорама. Вот. Так что очень круто, тихо, горы, свежий воздух. Прекрасно. Я в супер классном луке. Пижама, мои сандалики, носки. В общем, хотела показать, что мне здесь не нравится. Это то, что здесь постоянные спуски и очень можно сломать, короче, ноги. Так, аккуратно. Нужно постоянно здесь ступеньки, ступеньки, ступеньки и ступеньки.
Еще вам сниму здесь какой виноград. Здесь он такой вот огромный, фиолетовый или какой, такой красивый. И он, кстати, очень-очень вкусный. Так, пойдем, Дим. Цветочки. Это вишня, кажется. Или черешня, точно не знаю. Тут малина. Ежевика уже отцвела. И вот здесь вот немного клубники. Но ягоды тут не очень приживаются, поэтому... Вот, видите, плоды были. Ну так. Такая красота. Красивая. Я уже жду мужа, приехала домой от мамы. Каникулы у мамы закончились. Что-то там Мироша вытворяет, делишки какие-то. Мы искупались, я сегодня плохо себя чувствовала, поэтому ничего не готовила. Заказала еду на ужин. Как прекрасно, когда ты не можешь или не хочешь готовить. Ау! Что скорей? Что скорей? Как прекрасно, когда ты не хочешь или не можешь приготовить ужин, обед, завтрак. Ты можешь это просто заказать, и тебе привезут вкусную, горячую пищу. Правда, когда приедет муж, все это остынет, но ничего страшного, микроволновка есть. Дома, как обычно, у нас уборка, стирка. Сейчас поставила уже вторую партию вещей, собрала везде мусор. Сейчас буду собирать Мироши завтра в садик рюкзачок. Себе нужно погладить, мужу погладить, чтобы утром еще мусор вынести. В общем, как обычно. Вот. Понедельник уже завтра так быстро пролетело. Пролетели выходные. Хотела сказать неделя, но нет. Неделя тянется очень долго. А вот выходные просто пролетают как миг. Ты даже не успеваешь. И уже сентябрь. И уже прохладно на улице. Так, знаете, морозно. Ну, не морозно, а так ветерок осенний, настоящий. Как за мгновение это все... Быстро так изменилось, потому что недавно только была жара, лето и так далее. Вот. Поэтому мой сыночек, посмотрите, какие он. У него черные ножки загорелые.